Сегодня прям хорошее утреннее прохождение. Сейчас покажу. Поэтому за счет, по сути, экономического кризиса у вас уменьшается энергетический кризис. Но что будет дальше? Там, вы сейчас считаете, что спрос как бы снизился, дефицит снизился. Но Китай, например, открывает, снимает коронавирусные ограничения. Если он будет больше потреблять энергии, больше оттягивать на себя газа, а этот процесс уже пошел, потому что в Азии уже больше месяца цены выше держатся, чем в Европе, и часть СПГ уже уходит на азиатские рынки. Если вы будете с Китаем конкурировать, вам придется цены поднимать. Плюс давайте сравним 22-23 года. Еще кто-то есть? Вот это Украина, только один газопровод. Весть самый громкий. Вот еще станция. Радио. Еще радио. Им дальше жить, ну, либо существовать, в зависимости от того, как у них будут дела обстоять на энергетическом рынке. Каковы оценки потери наших нефтяников, нашего бюджета? Они разнятся по прогнозам ряда аналитиков.